В индустриальном районе растет уже второй этаж новой школы, рассчитана на 550 мест в квартале 2011. Ее начали возводить в декабре 2022 в рамках нацпроекта «Образование». Общий бюджет объекта составил 908 миллионов. Это средства из федеральной, краевой и городской казны. Мы посмотрели и видим строительство внеплощадочной теплосети, внутриплощадочных сетей ливневой канализации. Идем в графике, понимаем, насколько этот объект важен для жителей и этого, и близлежащих микрорайонов. Индустриальный район – самый быстро развивающийся в Барнауле. Вместе с жилой инфраструктурой активно возводят социальную. Эту школу должны сдать в декабре 2024-го. В селе Власиха уже завершают возведение пристройки к школе номер 98 на 400 мест. А в целом за последние 5 лет в районе ввели в эксплуатацию 4 образовательных учреждения общей вместимостью 2200 детей. Так этот учебный год в новой школе начали ученики поселка Спутник на 550 мест. На контроле властей объекты не только для детей школьного, но и дошкольного возраста. У нас в данных вот микрорайонах на сегодняшний день фактически полностью за 5 лет обеспечены дети детскими местами. Это построено 10, уже сейчас вот сданный последний 11-й детский сад, в который обеспечили фактически 9920 детей ходит сегодня. Стремительные темпы ввода социальных объектов в индустриальном районе оценила и Светлана Чаузова. И это не все. На сегодняшний день подготовлены проекты и получено заключение госэкспертизы по 8 школам индустриального района. Они появятся в кварталах 2032 и 2033, 2011/1 и /2, 2009 и 2009А, 2010 и 2012. Новые образовательные учреждения рассчитаны на 5725 мест. Анастасия Дороган, «День с толком».